Новый ураган надвигается на Доминиканскую республику и Гаити. Стихия получила название «Мария». Она набирает скорость в Карибском море и в ближайшие дни может ударить со всей силой, предупреждают метеорологи. Сейчас «Мария» перемещается к Малым Антильским островам. Кроме того, над Атлантическим океаном сформировался шторм «Ли», который может перерасти в мощный ураган. В зоне риска многочисленные острова, которые до сих пор не могут справиться с последствиями предыдущих стихийных бедствий. Разрушительная Ирма на прошлой неделе унесла жизни 70 человек.